Во Владимире в здании областной клинической больницы произошло возгорание. Сообщение о пожаре в тревожное ведомство поступило около 11 утра 13 июля. Поскольку больница – это социально важный объект, на вызов выехало внушительное количество сил МЧС – 41 пожарный и 12 единиц техники. Из ОКБ было оперативно эвакуировано 280 человек. Как выяснилось, в кабинете урологии загорелся рентгеновский аппарат. В 11 часов 08 минут пожар был ликвидирован на площади 0,5 квадратных метров. Происходило горение медицинского аппарата в урологическом кабинете. В результате пожара погибших и пострадавших нет.